Приветствую вас на практике йоги в проекте «Заряд бодрости». Это Ирина Хакимова, мой соавтор и преподаватель йоги. Привет, Ирина. Привет, Радмила. Что мы будем сегодня делать? Сегодня у нас такой короткий ролик посвящен раскрытию и задней поверхности ног, и, собственно, пробуждению всего тела. Такой утренний, бодрящее занятие, практика. Ну, можно делать, наверное, в другое время. Да, конечно, можно и в другое время выполнять. Хорошо, присоединяйтесь к нам, мы начинаем. Собственно, так как мы сидим сейчас, будем продолжать сидеть, да, телезрителям необходимо будет сесть в вирасану. Вдох, ладони поставьте прямо перед собой. Переплетите кисть руки, разверните кисть руки изнутри наружу и мягкий вдох подайте ладони точно вверх. При этом трицепс руки заворачивайте внутрь. Почувствуйте прижатие стоп и голени в пол. Старайтесь, отталкиваясь от стоп, слегка приподнять область таза, то есть таз у вас как будто парит. Подверните копчик, создайте ощущение, низ живота направляется вверх. Тяните запястье вверх, удлиняйте бока талии и трицепс руки, заворачивайте внутрь, трапецию уводите к ягодицам. Не забывайте мягко и плавно дышать. С выдохом опускаем таз вниз, опускаем ладони. Меняем переплет, разворачиваем кисть руки изнутри наружу и мягкий вдох, подайте ладони вновь вверх. Прижимаем стопы, голени, слегка приподнимаем таз, подворачиваем копчик, тянем ладони по-прежнему вверх. Дышите. Мягкий выдох, опускаем ладони вниз. Сейчас нужно будет в супта вирасану опуститься. Для этого необходимо будет на коврик к краю передвинуться. Коленные суставы разведите в стороны, а большие пальцы ног соедините вместе и прошагайте ладонями вперед, опуская макушку головы там, где начинается рост волос, вниз в пол. Пальцы рук при этом растопырьте максимально широко. Руками, отталкиваясь, прижимайте седалищные кости к пяткам. Грудной отдел продвигайте к лицу и трицепс руки заворачивайте внутрь, то есть подмышечные впадины направляются к лицу и вверх. А трапеция по-прежнему движется к ягодицам. То есть создайте такое ощущение, как будто вы руками отталкиваетесь, чтобы прижать седалищные кости к пяткам. Дышите. И сейчас с выдохом ладони заведите за область крестца. Создайте переплет. Прижмите руки и запястья вместе. Уведите плечи вверх и со вдохом направьте ладони вверх максимально. Дышите. И сейчас со вдохом посмотрите вправо. И запястье направьте максимально влево. Но при этом плечевые суставы уводите к крестцу. Хорошо. Поверните взгляд в другую сторону. При этом запястье направляйте в правую сторону. Возвращаемся к центру, к макушке головы. Опускаем с выдохом ладони вниз. Меняем переплет рук. Вновь создаем такое ощущение, как будто ваши запястья смыкаются. Плечи вверх, вдох и поднимаем запястья максимально вверх. Дышите. Сейчас на выдохе опустите вниз, на вдохе поднимите. Выдох опустите, на вдохе максимально к области затылка. Выдох опускаем и вдох поднимаем. Выдох опускаем, расцепляем замок и подаем ладони вперед в исходное положение суптавирасаны. Пальцы рук максимально растопырьте, руками отталкивая седалищные кости, прижимайте в пол. Дышите. Посмотрите на ладони. Прижимая ладони, приподнимая таз, подворачивая стопы, войдите в ватха мукха шванасану, позу собаки мордой вниз. Согните правую ногу в коленном суставе и левую пятку максимально подайте к полу, вытягивая всю заднюю поверхность левой ноги. Поменяйте положение стоп, теперь правая стопа движется к полу, пятка движется к полу. И теперь обе пятки опустите вниз. Дышите.
мягкий вдох, сделайте планку, подворачивая стопы урдвамуха шванасана, вдох. Выдох, вновь собака мордой вниз. Дышите. Опуская коленные суставы вниз к полу, перекрещивая позади себя голени, аккуратно перекатитесь на область таза, выпрямите стопы, подойдите тазом чуть ближе и аккуратно опуститесь на пол, полностью на свой коврик. Вытяните стопы вперед, согните правую ногу в коленном суставе и обхватите правое колено руками. Правый коленный сустав направляйте к правому плечевому суставу, максимально подавайте его к правому плечевому суставу. Если есть возможность, вы можете обхватить голень, то есть опустить голень, да, в локтевые суставы. Дышите. При этом левое колено подтягивайте. Хорошо. Выпрямите правую ногу, поменяйте. Левая нога согнута. Максимально подаем левое бедро к левому плечевому суставу. Правое колено при этом подтяните. Правая нога сильная. И старайтесь опустить в локтевые суставы левую голень. То есть максимально прижмите левое бедро к боку талии. Хорошо. И теперь Павана Муктасана, обе голени приведите к груди, разведите ладони в стороны, сделайте глубокий вдох и на выдохе коленные суставы опустите точно вправо. Следите за тем, чтобы ваши колени были на одной линии. Опустите правую ладонь на левое колено, посмотрите на левую руку и опустите левое плечо вниз. Если ваше плечо не опускается, то первоначально сделайте так, чтобы левое плечо все-таки легло на пол, на ваш коврик. И при этом, если коленные суставы поднимаются вверх, ничего страшного, направляйте их вниз к полу, либо подставьте под коленные суставы подушку, либо другое какое-то оборудование. Можно книги. Сейчас правой рукой постарайтесь достать до левого локтевого сустава и создать максимальное скручивание в области грудной клетки. Хорошо, возвращаемся в исходное положение. Обхватываем руками голени Павана Муктасана. Хорошо. Ладони расставляем вновь в стороны. На выдохе опустите коленные суставы в левую сторону. Взгляд при этом поверните на правую ладонь. Правое плечо максимально опустите вниз. Левую ладонь опустите на бедро. И посмотрите вновь на правую руку. По-прежнему сохраняйте колени на одной линии. При этом помните, да, если ваши колени поднимаются, ничего страшного. Самое главное – прижать правое плечо. Если вы прижмете колени, а не правое плечо, то скручивание произойдет в крестце либо в пояснице, что не следует делать, да? Поэтому обратите внимание именно на скручивание в грудной клетке. Поэтому плечо к полу двигайте. Возвращаемся в исходное положение. Ладонями обхватываем голени. Хорошо. Опускаем стопы вниз. И аккуратно, поворачиваясь на правый бок, приподнимаемся. И садимся в сукхасану. Мы завершили практику. Я благодарю. Благодарю тебя за эту короткую, бодрящую практику. Спасибо вам, что вы присоединились. И я напоминаю, что все занятия нашего проекта, и это тоже, вы можете найти на нашем сайте utv.ru. Всего доброго, до свидания.